Акулятам и котятам привет! Сегодня я расскажу о своем родном племени Снега. Сразу скажу, что это именно мое племя со своими воинскими законами. Там я расскажу не только о воинских законах, но и про местных хищников, дружелюбных хищников и о дичи. Поплыли! Племя Снега находится на севере. Коты племени Снега почти все смешаны с длинношерстными породами кошек. Основатель был Снега Звезд, первый целитель Лесохвост. Теперь воинский закон. Если целитель, когда он был учеником целителя, учился не только на целителя, но и на воителя, а там можно так учиться, то он может сражаться. И в битве его можно убить. Но если он не сражается в этой битве, как обычно целители в каноне. Целительница и предводительница могут рожать. У королев есть на втором этаже няни, которые, как в детском садике у пингвинов, например. Из местных хищников там встречаются полярные медведи, волки, песцы, морские леопарды, акулы, морские львы, касатки. Из дружелюбных хищников есть акула по имени Килька, белуха по имени Пузырь и даже есть не из хищников тюлень по имени Тоби. Из дичи есть куропатки, рыболёт, альбатросы и еще прочие морские такие рыбы, которые подплывают к берегу. Надеюсь, что видео получилось очень интересное, потому что все-таки это племя мое, про которое ничего вам было не известно. Если хотите, я потом расскажу про племя Огня. Там есть очень много интересного. Ну что ж, акулятам и котятам пока!